приятно, всем привет. Все, выехал с Екатеринбурга вчера. Сейчас на Красноярск, там догрузиться и на Владивосток. По сетраку. Что сегодня непонятно. Седло от кого-то вот поднимать надо. Низко уже это. С крыльями так впритык. Прицеп как будто на крылья ложится. Свой прицеп поднимал и всяко, но не выравнивается так. По круизу тоже вот он 80, например, сейчас 80 ставишь. И он это 78-70, это он маленько прибавляет. По температуре тоже как бы это. Где-то датчик стоит, если его найти, поменять, но местами куда-то другое место воткнуть, то, скорее всего, это климат-контроль, может, неправильно будет работать. Под капотом, под облицовкой, там тоже этот датчик стоит температуры. Может, он и показывает, только так и не нашел, где он показывает. Чего у нас еще нету? Вот этих. То есть, один раз моргнул. Все, он это не повторяет, он 2-3 раза, что даже вот на КамАЗе это есть, где-то обогнать кого-то, повернуть, удобно. По привычке тыкнул один раз, а он один раз только сморгнул, все. По коробке это претензий нету. Смотря, видимо, кто после чего пересел. Может, какой-нибудь крутой иномарки, да там. Так, не так коробка работает. Мягче переключает еще что-нибудь. Да я на кочерге только ездил. И такая коробка сейчас в радость. Нормально, если не газовать, плавно идти, машину чувствовать, так она. Нормальная коробка. Механики попробовал, тоже все нормально. Держит, все работает. Ретарда нормальная. Хорошо держит. Что если с горняком включишь? Да даже от одной ретарды здесь кабина сразу наклоняется. Нормально тормозит. Вот этот блок нам не поменяли. Сказали, в России нету. Через 3-4 месяца только придет. Вот это все, что здесь есть. Вот это стеклоподъемники. Двери, все вот это у нас не работает, также с ключа у нас эти кнопочки не работают, открыть, закрыть двери, странный замок. Это у нас пока без такого комфорта. Ладно, так. Вот нормально, шумная машина, нормальная. Первые, видать, шли, ну, парни жаловались, что она неутепленная была. Ну, вообще чисто там пластик вот этих верхних ящиков. Вот, сейчас там такой тоненький войлок сделали, черный. Ну, конечно, не шумоизоляция, но что-то положили. Но все равно до зимы переделывать буду. Так что так. По музыке тоже все нормально, музыка. Вот взять даже маны, вот на мане ездил на ТГХе 20-го года, по-моему, он был. Ман отдыхает со своей музыкой. Китайцы тоже замудрили. Не как в Скании, но к этому стремятся они. Хороший звук на них. Магнитола нормально работает, мультимедиа четко все. Навигатор, конечно, он это даже настраивал параметры, все, все равно не это. Ну, видимо, только китайская карта у него или как, все. И Wi-Fi раздавал, и всякое дело. Не скачивать ничего. Все равно, что в этом году, наверное, сейчас все жаловаться будут китайцам. Все равно какую-нибудь прошивку сделают для российского рынка. Официалы будут прошивать, скорее всего. Потому что китайцы прислушиваются. Вот первые ситраки были, у них здесь была кнопочка, это эко-режим, вот это вот зелененькая. То есть включил эко, ты как привязанный. Эко отключил, все, машина отвязана. Многие транспортные фирмы стали жаловаться китайцам. Потому что вот вы нам зачем машины отвязанные поставляете, то и все. И, типа так не делаете. Все, китайцы поняли, и все это.
перевязали все машины, без разницы сейчас от комплектации. Как. Простая комплектация, в которой кто-то вот, тумблер был. То есть у них вот это пианино другое. И новая комплектация, максимально вот это, без разницы. Все машины они пока перевязали. Ну, конечно, отвязывают их. Не проблема. Мочевину, да, мочевину сразу все включают. Машину забирали. Тоже сразу с новья, можно сказать. Перед тем, как забрать, за два дня уже позвонили, сказали, мочевину надо будет отключить нам. Счет выставили, все, проплатили, что машину уже забирали с отключенной мочевиной. По рулю вот тоже не понял, вот это вот, ну, вот прибавить-убавить, да, вот скорость, отключить ее, а вот рестарт возобновить, она у меня не возобновляется. То есть, круиз выставил, отключил, все, обратно он у меня не ставится. Как, а только вот опять плюсик-минус. Вот эти вот пепельницы китайцы не пожалели, воткнули обе двери. Они, ну, по максимальной комплектации, да, там дали коврики, эти кто они, набор инструментов, жилетка, монтажка, баллонник, два этих башмака, только их на тягаче засовывать некуда, на телегу пришлось засунуть. Единственное, вот она, АДРовская комплектация, все, вот она. А масса эта желтая дополнительная, рядом с аккумуляторным ящиком. Такая же, тумблер там вверх-вниз, но они ни одного огнетушителя не положили. Но помню, на КамАЗе домкрата не было, но там огнетушитель. То есть вот здесь вот он на полу был там пристегнутый. Завода у них это, конечно, там смотрелось не очень, но он был. А здесь это пришлось докупать его. Все равно, хочешь не хочешь, но надо, чтобы было не себе, так кому-то, может, всякое бывает на дороге. Этот динамик тоже как бы здоровый, но не мешает нормально для этого. ГЛОНАСС, это ГЛОНАСС, который перевысили 89, дошли, значит. Вот тоже удобно, вот все, газ отпустил, вот он, на нейтральной передаче скатываемся. Хоть это они воткнули, то радует. По бакам тоже, вот он бак, кнопочка. То есть, если мы перевели, вот сейчас у нас, например, правый показывает, сколько примерно, сколько, вот 10, вот эти шкалы, 10 штук, вот. 860 литров, 86 получается, вот это один кубик у нас. Вот. Если мы на другой переключимся, он уже, конечно, этот уровень возьмет с того бака, например, вот тот полный, он у меня эту шкалу полную уже будет показывать, что он это не общую показывает, сколько у меня с собой бак для каждого отдельно. Тоже удобно. Здесь уже многие показали, объяснили все вот эти моменты. Свет включается, подушки поднимает. Здесь тоже как бы все понятно. Парашют пробовал, парашют тоже удобно. Танаровская телега, 16-метровая. Нормально, парашют придерживает, плавно. Вот так все нормально. Работать можно. Тем более, скоро все уже на Китай, походу, пересядем. Европу, Китай уже затаптывает. На дорогах все больше и больше Китая. Тот же китаец, он наравне по цене даже взять, так он, как вот Нео 2. А в Нео 2 это, конечно, далеко от этого. Ну, выбора нету, работать надо. Ладно, в Актине, как первые китайцы шли, которые там на вид не очень, постоянно ломаются, как бы, все равно
усовершенствуются. Китайцы хотят обратно вернуть свой этот, как бы его сказать-то, выиграть свое. Да, блин, не могу понять, как сказать. Не блогер я таки, я не умею так разговаривать, как они все. Доверие, вот, доверие они хотят себе обратно завоевать, заслужить. А все равно, мне кажется, за этот год уже будут, вот, как в том году, наверное, началась Ситрак, самый продаваемый автомобиль. Сейчас опять китайцы будут занимать весь пьедестал. Вот так сейчас пойдет. У них вон какие сейчас гонки, конкуренция. Они уже сейчас всего напридумывают, что вот новые вот эти фотоны, что вроде пошли, они уже состоянности, кондиционеры, спальники, как у американцев, они стали делать. Все то, что кабину там удлинили. Ну, сейчас у них борьба пойдет, тем более китайцы любят эти лампочки, фишки всякие делать, добавлять. Они же какая-то компактность любят, чтобы все было и места мало занимало. Сейчас у них дойдет до всего этого. Так вот с утра вот тоже это. Ну ладно, уже поздно проснулся. Спальник давай заправлять. И сиденье-то отщелкнуло эту рычажок. А спинка-то навалилась у меня. И это на сигнал. А сигнал такой это нежный. Вот чуть-чуть нажмешь. Все, он уже это бибикает. А у меня все на воздушном было включено. Все, она так бум. Все. Успокоилась. Так, ездим. Ну ладно, что окна не работает. Не работает. Люк главное работает. Зато это пыли меньше с улиц. Протирать меньше. Полироли будет меньше уходить. Так.